В Тверской области бензин марок АИ-92-95, а также дизельное топливо продолжают расти в цене. По прогнозам экспертов, этим летом их стоимость увеличится в пределах 3 рублей. Так, по состоянию на 28 мая средняя стоимость литра солярки в регионе составляет 63 рубля 43 копейки. АИ-95 – 55 рублей 2 копейки, а 92-го бензина – около 50 рублей 59 копеек. За грядущее лето прогнозируется рост в рамках годовой инфляции. Стоит отметить, что за год дизтопливо выросло в цене почти на 9%, а бензин самых ходовых марок почти на 7%.